Добрый день, дорогие наши любители и ценители чая Грэд. Сегодня мы хотели вам представить наш следующий продукт. Это у нас черный чай с лимоном и с ингвором. Этот чай у нас уже сравнительно долго в нашей продукт-палете, продается очень хорошо, в основном в зимнее время года, так как этот чай предназначен и был специально разработан для профилактики простудных заболеваний. В этом черном чае находятся кусочки лимона и кусочки ингвара. Сам по себе этот чай помогает, так сказать, внутреннюю силу организма разбудить, да, то есть и подготовить ее к зимнему периоду времени. Вот, и теперь к самому чаю. Артикль номер у него 1018. Здесь находится в этой баночке 120 граммов черного крупнолистового чая, как я уже и сказал, уже с кусочками лимона и с кусочками ингвара. Вот так вот у нас выглядит. Если вы обратите внимание, то здесь, как я уже и сказал, да, то есть уже очень много кусочков лимона и точно так же кусочки ингвара, которые у нас потертые на терочке, да, то есть и запах, конечно, от него идет уже довольно-таки очень крепкий, только не пойму, чем он больше пахнет, или ингваром, или лимоном, но в любом случае при заварке у вас будет тот и тот запах, да, то есть и чай довольно-таки очень вкусный, рекомендую всем, да. Как только почувствовали легкое недомогание или простуду, советую уже начать пить уже этот чай с лимоном. Да? Так что, если у вас будут вопросы, с удовольствием звоните нам, пишите. Приятного вам чаепития. И по традиции, спасибо вам за ваш хороший вкус. Всего хорошего, до свидания.